Дорогие мои, я Максим Максимов. Те, кто присоединился, хочу сказать вам, Христос воскрес. Это прямой эфир, мы ведем вещание в прямом эфире. Это пасхальная, радостная у нас неделя. С сегодняшнего числа до 12 апреля у нас будет пасхальная неделя. Я благодарю Бога за каждого из вас, я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да поддержит вас, да укрепит вас Господь, да явит свою силу и мышцы Христа. Пусть Бог наполнит вашей жизни радостью. Сегодня особенный день. Вообще вся эта неделя у нас пасхальная неделя. А, начиная с сегодняшнего дня, западная Пасха, до 12-го, 7 дней у нас будет пасхальная неделя. Мы будем радоваться Господу Иисусу Христу, будем говорить о смерти, воскресении, о вечной жизни, о том, как открыть небеса, Дорогие мои, я обращаюсь к вам и хочу подсказать, вы можете открыть для себя небеса. Небо нам открыто. Благословение Бог нам шлет. Дорогие мои, переживать благословение. Вы не должны жить под проклятиями. Живите под благословениями. Бог своим детям дает благословение. Бог своим детям дает направление. Бог своим детям дает радость, мир, гармонию. Бог благословляет. Слава Иисусу Христу дети божии радуйтесь веселитесь благодарите ищите стучите молитесь превозносите поклоняйтесь благословляйте радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах я радуюсь вместе с вами Приветствую всех интернет, участников интернет-общины Дом Веры Мир вам, дорогие Пусть Бог благословит вас Я вижу, уже к нам присоединяются оттуда Из разных уголков земного шара Посмотрите, сейчас я вижу Так, кто у нас здесь? Смотрим на чат Лариса из Бершевы Шалом, Лариса! Слава, слава! Он воскрес! Со светлым праздником Из Кишинева, Евгении Воистину воскрес! Восклицает Из... Нальчика, мир Божий всем, драгоценные а, братья и сестры во Христе Иисусе, всех с Рождеством Христом, с Рождеством и с Пасхой, с воскресеньем, Рождество в декабре мы праздновали, но действительно с Рождеством, а, так, а, кто еще пишет нас? Люди пишут из разных мест. Екатерина из Зарийска, Россия. Приветствует. Слава с Казахстана. Юрий из Московской области. Люди пишут. Андрей и Оля из Украины. Пишут, воистину воскрес. Алена из Москвы с праздником Пасхи. Антон и Роза из Германии кричат, воистину воскрес! воскрес. Юрий а, также приветствует нас. Андрей. А, я, в общем, перечисляю, здесь просто столько много идет сообщений. Яна с Москвы тоже передает. Всем, кого назвал или не назвал. Лариса Гларос тоже говорит благословение. Татьяна из Григорьевска приветствует всех святых. Татьяна Санкт-Петербурга также здесь пишет. Пусть Бог благословит вас, драгоценные. Слава Иисусу Христу. Слава, слава Иисусу Христу. Вы знаете, в Алмате в моей родной церкви был потрясающий праздник, потрясающий праздник хвалы, прославления. И а, наши а, с, CNL News подготовили новость, новость об этом событии. Ирина Филиппева расскажет вам о том, что происходило. Действительно, вы можете посмотреть, это просто потрясающий, потрясающее благословение было, просто такое благословение. Итак, даем слово Ирине, которая даст нам отчет о том, что там происходило в Алма. -Ате. А те сегодня на праздновании воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Ирина, вам слово. Его здесь нет. Он воскрес. Такие слова услышали ученики Иисуса, подойдя к гробу Господа. Камень отвален, гробница пуста. Иисус воскрес, и сегодня верующие отмечают этот светлый праздник Пасхи. Праздничное богослужение, посвященное воскресению Христову, прошло в Алматинской церкви ⁇ Новая жизнь ⁇ Благодарность Богу за жертву Христа, смерть и его чудесное воскресение пришли выразить сотни верующих. В этот день служители церкви подготовили грандиозный пасхальный концерт. Открыла праздничную программу Акапелла Господа Славь. Детско-подростковый хор «Жемчужина» в современных ритмах исполнил песню «Радуйся, для нас пришел Мессия». Одна за другой песни чередовались со стихами и передавали библейские истории о грехопадении, о жизни Иисуса Христа, о прощении, которое пережила блудница Мария, о воскресении Лазаря, о страданиях Иисуса и Голгофе, о радости и силе воскресения. Каждая музыкальная композиция сопровождалась видеоклипами, которые транслировались на большом экране. Вот и настал день спасения, время благоприятное. Пастор Максим Когда Максимов поздравил церковь с, знания, с Пасхой. Пускай в воскресенье Иисуса Христа будет в вашей жизни. Христос, придя на землю, пришел в хлеб, в грязное место. И вы знаете, умирая, Он отдал свою жизнь, чтобы мы с вами воскресли и никогда не жили в хлеву. Лариса Максимова в этот день говорила об истинной свободе. Если человек, призванный Господом, отождествляет себя с Иисусом, смотрит на Иисуса, этот человек живет в свободе. После богослужения всех ожидал праздничный обед и фотосессия у пасхальных декораций. Замечательное впечатление. Молодцы, ребята, хорошо подготовились так. Так чудесно все. Просто организовано все. Просто молодцы, ребята. И Пасха для меня это Христос. Не яйца, не куличи, а только Христос, закланный за наши грехи. Сегодня праздник Пасха, Пейса, который есть самый главный праздник у Божьего народа. Он самый первый и самый серьезный. О том, что Бог приготовил нам Агнца Божьего во искупление всех наших грехов. Да пребудет с вами мир Божий. Христос воскрес, и Он живет в вашем сердце. Несите Его славу повсюду, где бы вы ни находились. Аминь. Аминь. Несите славу Господа Иисуса Христа, так сказала моя жена. Это просто потрясающие слова. Молодец у меня, Лариса. Я уже скучаю по ней. Мы пару месяцев не виделись. И завтра она прилетает. Она через два часа вылетает сюда. Для меня тоже это праздник. Еще раз. Всем, кто присоединился, это прямой эфир. Я Максим Максимов. И я хочу сказать, Христос воскрес. И вы отвечаете мне. Воистину воскрес. Аминь, аминь, аминь. Дорогие, в Алмате было такое потрясающее помазание, такая атмосфера, просто улет, улет просто потрясающий. Какое благословение, какая церковь там в Алмате хорошая. Мы тоже с вами хорошие, кстати, в Доме Веры, я тоже люблю вас и благословляю. Пусть Бог благословит вас. Но они исполнили такую пасхальную акапеллу в Алмате, спели голосами, без музыкальных инструментов. Это просто было очень-очень красиво. Очень и поэтому давайте сейчас поучаствуем вместе с Алматинской церковью и с нашими потрясающими прославителями, которые восхвалят Господа этим гимном хвалы и поклонения. Давайте присоединимся к ним. Это такое благословение. Пасха наша, Христос, Он был заклан за нас. Пасха наша, Христос. Он от смерти нас спас. Ему слава за это, ему честь и хвала. Пусть звучит акапелла, прославляя Христа. как потрясающе наши ребята поют. Какое благословение. Просто это необычный формат восхваления, но наши ребята справились, и такое благословение. Вообще атмосфера, атмосфера была потрясающая на собрании, вы можете посмотреть все это в записи. Еще раз всем, кто присоединился, это прямой эфир, я Максим Максимов, и я хочу сказать вам мир вам и благословение. Христос воскрес, воистину воскрес. Он с нами, Он направляет нас, Он разумляет нас Он поддерживает, Он воскресший Если, увидишь, если увижу кровь, то пройду мимо Ангел-губитель говорит если увижу, кровь, если увижу кровь Пройти мимо, Праздник Пасхи означает пройти мимо Если увижу кровь, пройдет мимо Проклятие, зло, ангел-губитель пройдет мимо Катастрофа, разочарование пройдет мимо если увижу кровь. Аллилуйя! Сегодня он, на наших сердцах есть кровь Иисуса Христа. Нашка, наша Пасха Иисус закланы за нас. Я вижу, вот Георгий Снальчика пишет, наша Пасха Иисус, он был заклан за нас. Агнец Божий, Спаситель, Христос, кровью чистую омыл, дал любовь, радость, мир, от греха человечества спас. Аминь. Георгий Снальчика, я присоединяюсь к вашим словам. Аминь. И, та, и Катя из Эстонии тоже говорит, что Христос этот Пасха. Такое благословение. Санкт-Петербург, Кишинев. Вы знаете, сейчас все больше и больше людей присоединяется Драгоценные. Это потрясающе. Это потрясающе. И поздравляю вас с Пасхой. Пускай, пускай Пасха будет в ваших сердцах. Не только праздник традиционный. Пасха это не кулич, и не булка, и это не крашеное яйцо, и не кролик. Пасха это Иисус Христос рожденный. И побеждающий смерть, умерший и воскресший. Пасха наша, Христос. Слава Господу. Сейчас моя мама поздравит вас с Пасхой. Я надеюсь, что вам это понравится. Я прошу, пожалуйста, включите поздравления от Максимова, Веры Серафимовны. Община интернет, община дом веры. И все, многоценные дети Божии, я вас поздравляю со светлым Христовым воскресением. Христос воскрес. В тот день, когда Он воскрес, женщины пришли к гробу, неся алавастровые сосуды, для того, чтобы помазать тело Иисуса. Эти ароматы, приготовленные для Иисуса. Они ждали этого дня, что придут попрощаться с Господом своим. И вдруг осиял их свет и ангел Господень явился перед ними и сказал, что вы ищете живого между мертвыми, и вот здесь нет. Дорогие, Христа нет между мертвыми, Он живой, вечно живой Господь. Слава нашему Спасителю! Какая радость, какое счастье вдруг наполнило этих женщин. И они побежали к ученикам сказать, что мы не нашли Иисуса. Он воскрес! Ученики побежали проверить и точно не нашли его. И видят там свернутые пелены, отдельно лежавшие, а Христа нет. Какое счастье, какая радость! Я благодарю нашего Господа, что это счастье и радость продолжается вот уже две тысячи лет. И слава нашему Спасителю, воскресшему Иисусу, что Его воскресение воскресило тысячи-тысячи миллионы людей – для того, чтобы мы были свидетелями до края земли, что Христос воскрес. Дорогие, если бы Он не воскрес, тогда не нужно проповедовать о Нем. Тогда мы оставались бы во грехах наших, но слава Господу, Он воскрес для нашего оправдания. Дорогие, когда Он уходил, Он сказал, «Идите и проповедуйте Евангелие, Идите, будьте мне свидетелями. И сегодня ваше участие в этом служении, свидетельство Евангелия, живого Евангелия, проповеди Евангелия по всей земле продолжается с вашим участием. Я хочу поблагодарить всех партнеров, всех, кто принимает участие в молитвенной поддержке, финансовой поддержке. Спасибо. Низкий поклон Господу нашему за вас. Мы вместе можем сделать многое. Так да будем же Его верными свидетелями до края земли, так до края земли. Ведь воскресший Господь скоро вернется и возьмет нас туда, где Он приготовил нам место. А пока что мы все еще в пути и будем служить Господу тем даром, который каждому Господь дал. Будьте все благословенные. Христос воскрес. Оправдание. Аллилуйя. Ваши. Слава Господу. Молодец. Мамочка у меня хорошо говорит. Какое благословение иметь таких потрясающих родителей. Дорогие мои, я Максим Максимов. Те, кто присоединился, хочу сказать вам, Христос воскрес. Это прямой эфир. Мы ведем вещание в прямом эфире. Это пасхальная, радостная у нас неделя. С сегодняшнего числа до 12 апреля у нас будет пасхальная неделя. Я благодарю Бога за каждого из вас. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с Вами Господь, да поддержит вас, да укрепит вас Господь, да явит свою силу и мышцу. Господь, я благословляю каждого человека. Я прошу, Боже, благослови, благослови их жизни, благослови сердца, благослови направье Господь. Пускай Твое благословение будет с каждым человеком во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение. Господи, благослови. Пускай благодать Твоя милость, сила мир твой, любовь твоя, излияние твое, прикосновение твое будет с каждым человеком во имя Иисуса Христа. Мы говорим благословение, благословляем именем Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я провозглашаю все благословения над вами. Да явит Господь свою силу над вами, да коснется Господь вас, да и зальет от Духа своего на вас, да благословит вас Господь, да укрепит вас Господь, да направит вас Господь, да исцелит ваши болезни, да откроет вам окна небесные, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем Аминь! Благословляю вас именем Господа Иисуса Христа! Дорогие мои, давайте откроем Библию и прочитаем местописание, местописание из Библии 1 Коринфянам 15 глава, потрясающие слова, найдите пожалуйста ваши Библии, 1 Коринфянам 15 глава, я вместе с вами тоже буду открывать, если вы сейчас видите, у меня есть такая огромная, просто огромная Библия, и на... откройте пожалуйста 1 Коринфянам 15 глава, я открываю вместе с вами. Вообще, когда говорим мы о Пасхе, мы говорим об Иисусе. Конечно же, первоначально Пейсах, это был праздник выхода из Египта. Когда они выходили из Египта, и Бог сказал Моисею, совершите Пасху. Он сказал, что это такое? Возьмите Агнца, и пускай он живет у вас несколько дней в доме. Представьте, все привыкли к этому ягненку. Он такой нежный, маленький, с ним детки игрались. А потом принесите его в жертву и возьмите его кровью, помажьте косяки. И ангел-губитель, когда будет проходить, он пройдет мимо. Когда он истреблять придет, он пройдет мимо. Знаете, когда, когда а, Иисус Христос а, умер за нас, и если косяки нашего сердца помазаны кровью, то тогда ангел-губитель пройдет мимо. О слава! О слава Иисусу Христу. Итак, 1 Коринфянам 15 глава, я буду читать с 20 стиха. Очень хорошо здесь написано, с 20 стиха. И, но Христос воскрес из мертвых. Аллилуйя. 1 Коринфянам 15 глава, 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых он первенец из умерших, он первый, он вернулся оттуда, он пришел и вернулся оттуда. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И дальше написано, ибо как смерть через человека, так и, воскресе, так и, и через человека воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут каждый в своем порядке первенец Христос, потом Христовы при в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, и когда упразднит всякое начальство, всех всякую власть и всякую силу, Он упразднит, лишит их. Все начальники потеряют свою власть. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Христос воскрес из мертвых, Он первый. И как Через одного человека пришла смерть, так через одного человека пришло воскресение и жизнь. Пасха ⁇ это не просто а, религиозная традиция, вот все там радуются, что Христос воскрес, аллилуйя. Это больше. Это больше, чем просто религиозная традиция. Это воскресение нашей жизни. Он первенец из умерших, он воскрес. И если он воскрес, то и мы можем ходить в обновленной жизни. Мы можем... Жить в воскресении Господа Иисуса Христа. Любое проклятие, когда вас кто-то убеждает, о, у тебя есть проклятие, проклятие пройдет мимо. Проклятие пройдет мимо. А, когда, а, когда Христос искупил нас, это значит, что мы свободны от проклятия. И никакие проклятия к нам не присоединятся. Никакое зло к нам не присоединится. Христос воскрес, чтобы мы ходили с вами в обновленной жизни. Аллилуйя. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Откройте Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава. Я буду читать с 23 стиха. Римляна 4 глава. А, впрочем, не в отношении к нему написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего. И следующий стих. Который предан Иисус за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус воскрес. Для чего? Вот здесь написано. Для чего? Он воскрес для оправдания нашего. Все было бы трагично, если бы он не воскрес, он просто был бы жертвой и все. Но он воскрес для нашего оправдания, он принес нам надежду, он принес нам оправдание. Надежда в чем? Надежда в том, что мы будем жить вечно, надежда в том, что мы воскреснем из мертвых, надежда в том, что мы будем жить и будем наполнены Господом, будем наполнены будущностью. Христос, Христос жив, Христос с нами. Драгоценные мои, если вы думаете, что после смерти ничего нет, я хочу сказать: вы очень-очень удивитесь и разочаруйтесь. После смерти только все начнется. Все начнется после смерти, когда Христос войдет в нас, и когда мы войдем к Нему, и когда, когда мы будем жить на небесах, когда мы будем двигаться, когда мы будем славить Иисуса Христа, когда мы будем поклоняться, когда мы будем на небесах, мы увидим силу воскресения Иисуса Христа. Римлянам 6 глава написаны такие слова. 4 стиха. Римлянам 6, 4. Написаны такие слова. Как мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос, Римлянам 4 глава, 6 глава, 4 стих, как, Христо... как Христос, воскрес из мертвых, славу отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. И дальше написано, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены с Ним и подобием воскресения. Аллилуйя! Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы празднило было тело грехов, дабы нам не быть уже рабами греху. Посмотрите, как мы соединены с Ним. Посмотрите, с подобием смерти вы так должны быть соединены, подобием воскресения. Подоб... Мы соединены с ним, подобием воскресения. Мы соединены с ним, подобием воскресения. Необходимо, чтобы Пасха вошла, чтобы мы соединились в воскресении Иисуса Христа, чтобы мы соединились с ним в воскресении. Он воскрес не просто, О, он однажды воскрес, и я однажды воскрес. Нет, 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 сейчас мы должны воскреснуть. Сейчас мы должны быть соединены с Ним в воскресенье Его. Мы должны начать жизнь. Это Иисус, центр нашей жизни, Иисус Христос. Аллилуйя. Центр нашей жизни, Пасха, это Христос. Это Христос. И когда ангел-губитель идет, когда казнь, смерть, наказание придет, то он увидит кровь Иисуса Христа на косяках вашего сердца. И когда Он увидит на косяках вашего сердца, тогда вы поймете, что это значит, что вы не погибнете. Вам не надо страдать. Вам не надо умирать. Он оживил вас. Он дал вам надежду через кровь свою. Через кровь свою. Он дал нам вечную жизнь. О слава, о слава, о слава. О слава Христу, о слава Господу, слава Царю Царей. Драгоценные мои, я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я говорю благословение. Вы знаете, мы участвуем в пасхальной жертве. Христос умер, и Он воскрес, и мы отождествляемся. И сегодня в Алмате люди приносили свои приношения. Это особенный дар Господу. Особенный дар Господу, когда люди приносят свои приношения царю-царей и говорят, мы благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя мы благословляем Твое имя. И посмотрите, у нас так много свидетельств. Люди свидетельствуют о том, что, что, почему они участвуют в этом действии. Я думаю, что мы также можем участвовать. Уже из, по-моему, Туркменистана или Таджикистана, это сейчас точно не знаю, одна женщина сделала перевод и сказала, я хочу участвовать также в пасхальном семени. И какое благословение. Всю эту неделю мы объявляем пасхальная неделя между Западной и Восточной Пасхой, и мы будем приносить свои пасхальные семена, жертву благодарения. Итак, о чем говорят наши драгоценные друзья о семени воскресенья? Я жертвую семи воскресенья на Пасху, потому что я люблю Моего Господа. Для меня это и еще раз особая возможность выразить мою любовь и благодарность к моему Отцу. Я жертвую семя воскресения на Пасху для того, чтобы церковь продолжала распространять Евангелие, спасала людей и приносила благодать и любовь Божью. Я жертвую семя воскресения, потому что не могу остаться равнодушным к жертве Иисуса Христа лично за мою жизнь, за мою семью, за людей. И Финансы являются эквивалентом нашей жизни, и Бог просит, чтобы мы посвятили себя в жертву живую. Он не требует от нас смерти, как Сам умер на кресте, а в жертву живую. И также одна из сфер жертвы мотива, мотивации жертвы моей – это отлепиться от любви к финансам и прилепиться больше к Богу, исполнить Его заповедь. И спасибо Богу, что Он открыл это из-за любви я жертвую я жертвую семя воскресенья на Пасху, потому что я люблю Бога, и этим я выражаю свою благодарность и почтение к Нему. Я приношу пасхальное пожертвование, потому что таков мой выбор. Слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что значит «миновал», «прошел мимо». Речь идет о смерти, которую избежал Божий народ во время выхода из египетского рабства. Из-за пасхальной жертвы ангел смерти не приблизился к семьям израильтян, а прошел мимо их домов. Апостол Павел объяснял жителям древнего Коринфа, что Пасха наша Христос. Это значит, что верую в его смерть за наши грехи и воскрешение из мертвых, всякий верующий в Господа Иисуса Христа оправдан перед Богом и возрожден к новой жизни. Таким образом, благодаря жертве Христа Божий народ наследует не смерть, а вечную жизнь. А мое пожертвование – это всего лишь одна из форм сердечной благодарности Богу за все его благодеяния. Я жертвую пасхальную жертву воскресенья, потому что этим я выражаю благодарность Богу Отцу за все его чудеса в моей жизни. Я жертвую пасхальное семя воскресенья, потому что я верю, что через это семя совершаются дела Божьи. Я жертвую семя воскресения на Пасху, потому что я знаю и верю, что Бог любит меня и дает нам жизнь, жизнь с избытком и все те Божьи благословения, которые Он приготовил для меня и моей семьи. Примите участие в пасхальном приношении семя воскресения. Аминь. Итак, я приглашаю вас принять участие пасхальном семени воскресенья. А мы участвуем, наша семья участвует, мы постоянно участвуем. Вы можете пройти на cnl.tv слэш партнер и можете принять участие в этом о грандиозном событии, когда мы приносим жертву благодарения, особенно жертвы для Господа, мы сеем наши семена. Мы будем сообщать, кто сколько поучаствовал и как мы будем писать, всю неделю будем объявлять об этом. Я благодарю каждого из вас, кто принимает активное участие. Христос пожертвовал Собой, пришел, отдал, расточил. И правда, Его пребывает вовек. И мы сегодня говорим: Он воскрес, Он живой. И я хочу выразить благодарность. В Старом Завете люди приносили жертвы благодарения. В Старом Завете люди приносили благодарственные жертвы, когда они приходили и говорили, «Господь, благодарим Тебя». Благодарим Тебя за то, что Ты участвуешь в нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь. Жертва особенно, благодарение. Это, это жертва, когда ты выражаешь, ты говоришь благодарность тому, кто дал тебе жизнь. Ты говоришь благодарность тому, кто сделал, кто сделал кто сделал твою жизнь благословенной, благодарность тому, ты просто ты выражаешь благодарность за все. Я благодарю Бога за каждую милость его надо мной. Благодарю Бога. Мы призваны благодарить за все благодарите. И вы знаете, вот на Пасху раз в год мы приносим особенное семя. Мы готовимся, конечно, в Алмате заранее. Мы 6 месяцев собираем семя в воскресенье. И мы жертвуем 6 месяцев, 6 месяцев откладываем. И вы знаете, сегодня вот в этот день молитва идет за каждого человека. Знаете, как это в Алмате происходит? Люди выходят вперед и за каждого индивидуально молится пастор. И я хочу сделать такую же вещь. Я буду за каждого из вас индивидуально молиться. И буду благословлять вас индивидуально. Буду говорить благословение над вами. Над вашими семьями. Это будет очень интересно сделано. Будет появляться ваше имя. Тех, которые участвуют в семени воскресения. И я буду благословлять. Буду благословлять ваши жизни. Ваши семьи. И буду говорить благословение над вами. Пусть Бог благословит вас. А, участвуйте в семени воскресения. Когда мы жертвуем. Мы, мы открываем окна небесные. Вы знаете, жертва делает очень невероятные вещи. Через жертву что-то происходит. Всегда где есть жертва туда приходит сила, слава и огонь. Вспомните, что сделал Давид, когда внес ковчег, он приносил жертвы. Что сделал Соломон, когда открывал храм, он приносил жертвы. Посмотрите, что Писание говорит о жертвах. Принесите Господу жертву благодарственную. Принесите жертву. И, и, и вопрос жертвы. Христос стал жертвой. Христос стал жертвой за нас. Христос принес себя в жертву. Аллилуйя. Слава Господу! Дорогие мои, сейчас внизу увидите сайт, куда пройти, можно сделать ваше партнерское приношение. Пусть Бог благословит вас. Принесите добрую жертву, принесите жертву Господу нашему Иисусу Христу. Аминь. Я обращаюсь к каждому человеку сейчас, стучусь в ваши сердца. Вспомните, что случилось, когда, когда Адам с Евой согрешили. Бог дал им одежды кожаные. Это значит, что какие-то животные были принесены в жертву. Из-за греха была принесена жертва, чтобы дать им кожаные одежды. Когда что-то происходит в вашей жизни, что-либо происходит в вашей жизни, когда происходит какое-то событие в вашей жизни, ах, приносите жертву благодарения по всякому маленькому или большому поводу. Приносите Господу жертву благодарения. Благодарите. Не только руки поднятые, не только словами, но покажите Богу, что, что вы отдаете часть себя. Что такое наша жизнь? Наша жизнь — это время. И когда мы, а, когда мы говорим а, Господу, я отдаю тебе свою жизнь, я посвящаю тебе свою жизнь, а, когда мы посвящаем Богу наши судьбы, когда мы посвящаем Богу себя, мы говорим, я отдаю тебе. И вот наша жизнь. Если я возьму, вот, я возьму вот такой листочек, один листок возьму бумаги. Представьте, что это ваша жизнь. И а, что вы делаете со своей жизнью? Ну, часть времени вы спите, да, то есть треть времени вы спите. А, треть жизни еще на что-то уходит. А, и вы знаете, мы на, как, тратим жизнь на что-то. И это все что-то, что-то очень важное, что-то что очень нужное. Потом мы еще тратим часть жизни на еду, на работу, на все. И вот остается вот эта часть жизни, которую мы тратим на работу. Вот столько жизни мы тратим на работу. Знаете, что происходит? Когда ты приносишь Господу жертву, ты берешь и говоришь, Господь, я жертвую тебе часть моей жизни. И ты отрываешь десятую часть и говоришь. Господь, я потратил это на работу, на зарабатывание финансов. Я трудился, растил, выращивал, работал, сидел в офисе. И я приношу часть моей жизни тебе. Я хочу благословить твою, Твое имя. В Писании сказано, принесите себя в жертву живую. И вот я живой, и я приношу себя в жертву. Я отдаю часть моей жизни тебе, Господь. Я благословляю Тебя. Я благословляю Твое святое имя. Я благословляю Тебя, Господь ты славный, ты сильный, ты Бог наш, ты Господь, аллилуйя. И мы приносим себя в жертву Господу. Вы знаете, когда мы говорим за это, мы приносим себя, потому что Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. И Он ведет меня, направляет, Он умер за меня, Он оберегает меня, Он живет в моем сердце, Он укрепляет меня. Я хочу выразить благодарность всемогущему Богу. Я хочу выразить благодарность Богу за то, что Он сделал для меня. Он принес себя в жертву. И когда Он принес себя в жертву, кто я, чтобы не сказать, я хочу и тебе благословить, я хочу тебя прославить. И не только словами прославить, я хочу тебя прославить своей жизнью. Я отделяю часть жизни, я отделяю часть жизни, я хочу прославить тебя частью моей жизни. Все вы трудитесь, я знаю, слава Богу за вас, трудитесь, и вы получаете вознаграждение. И когда вы приносите часть своей жизни и говорите, Господь, это часть моей жертвы, вы показываете, что эта жертва есть часть вашей жизни, вы посвящаете себя Господу Иисусу Христу. О слава, о слава, о слава. Он достоин хвалы, он достоин поклонения, он достоин. Аллилуйя, слава Иисусу Христу. Надеюсь, вы меня слышите. Я надеюсь, вы меня слышите не только ушами, но вы надеюсь, вы меня слышите и сердцем. Когда мы приносим Господу часть себя, мы показываем, что мы живем для Него. Когда когда ты идешь служить, вы знаете, что делают люди, которые идут служить? А, когда наши прославители, вот я смотрю в церкви, приходят в церковь в воскресенье, сегодня они пели такую потрясающую песню, а, они пели потрясающую песню. Вот, вы знаете, я смотрю на них, и они, они это тоже жертва. Вы представляете, чтобы акапеллы вот так спеть, если возможно, на одну секундочку включите эту акапеллу, и я буду говорить параллельно. Вы знаете, они тренировались несколько месяцев, чтобы спеть эту песню на Пасху. Они приходили по вечерам, они приходили, а, приходили и пели там в середины где-то, включи, Андрей, где они уже поют. Они приходили, а, пели, славили, тренировались, и нам им дирижер говорил чуть ниже, чуть выше. Вы знаете, посмотрите на это. Вот, сейчас вам выведут в эфир. Вот. Знаете, как красиво поют, я смотрю на них. Они же оставляли свое время. Вы сейчас слышите их голоса. Славьте Творца. Славьте Его без конца. Вы знаете, они, поют, они, они приносили свое время в жертву, они деньги за это не получают. Они приходят и трудятся для Господа, тренируют свои голоса, эм, страдают, мучаются. Это тоже жертва. Когда ты посвящаешь свое время, свои финансы, свои мысли, чувства, когда ты молишься, это тоже жертва. Когда ты молишься, это тоже жертва. Когда ты приходишь к Господу и совершаешь молитву, восхваляешь его имя и. Это тоже жертва. Когда ты делаешь какие-то шаги, когда ты помогаешь бедным, это тоже жертва. Когда ты участвуешь в партнерстве с CNL и в свои десятины в дом веры приносишь, это тоже жертва. Когда ты жертвуешь, ты приносишь жертву, ты показываешь Господь, я беру часть моей жизни, я беру часть моей жи жизни и посвящаю Тебе. Жертва воскресения, жертва благодарения. Я благодарен тебе, я отделяю часть. Это моя жизнь, я ее трачу на разные вещи. Мне нужно спать, мне нужно есть, мне нужно это, мне нужно это. И когда остается, и ты говоришь, и я, Господь, отдаю тебе часть своей жизни, это показывает о том, что ты поклоняешься царю царей, ты поклоняешься Господу, ты поклоняешься Всемогущему Богу. О слава, о слава, о слава. Какое благодарение и благословение. О слава, хвала царю-царей. О слава победителю. Он достоин хвалы. Он достоин благодарения, он достоин поклонения. Мы величаем его и мы прославляем его. Мы благословляем его. Мы хвалим царя-царей. Он достоин хвалы. Он достоин поклонения и благодарения. Слава, слава царю драгоценные мои, в конце эфира я хочу снова сказать, Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. И мы воскликнем воистину воскрес. Он воскресший. Он первенец из мертвых. Он воскрес из мертвых. Ему честь. Ему слава. Ему хвала. Сегодня мы жертвуем, начинаем неделю сбора средств. Я молюсь за каждого из вас, благословляю. В Алмате мы еще раз повторюсь, мы делаем это каждый, за каждого индивидуально молятся. Я хотел бы молиться за каждого из вас индивидуально. И если вы хотите поддержать, напишите на наши имейлы, e напишите нам, поддержите нас. Вот здесь сайт снизу появился, cnltv slash partner. Можете написать туда и пожертвовать. И я буду молиться. Я молюсь за всех людей, но это пасхальная неделя. Я молюсь особенно за людей, которые, которые жертвуют в пасхальное семя. Пусть Бог благословит вас. Я даю вам время, это в течение недели, принести пасхальные семена. Благодарю Бога за каждого из вас, ценю каждого из вас и благословляю. Господь, мы благодарим Тебя, славим Тебя, поклоняемся Тебе, Хвалим Твое святое имя. Величаем Тебя, Царь славы, Господь всемогущий. Хвала Тебе, слава, благодарение. Хвала Тебе, Царь наш, Бог наш, сила наша, крепость наша. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты делаешь для нас. Благословляем Твое имя. Слава, 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 величие, честь. Хвала Тебе, Царь наш. Аллилуйя, вы, вы выражаете хвалу, давайте вместе молиться, давайте вместе славить, он достоин хвалы и чести, он Достоин благодарения. Мы величаем Тебя, Царь славы. Господь, содержитель, хвала Тебе. Аллилуйя! Христос воскрес! Воистину воскрес! Аминь. Сегодня с вами был Максим Максимов. Я благодарю Бога за вас. Всю эту неделю у нас будут каждый день прямые эфиры. Я благословляю вас, Сергей Ирина из Испании, благословляю вас. Благословляю Славу, Олю из Караганды, Евгения из Кишинева, Марину из Новокузнецка, благословляю Александру из Каменногорска, Хелен благословляю из Киева, Катю благословляю из Эстонии, с Германии Роза вас благословляю с Антоном, Лариса из Бершева из Израиля, благословляю. Всех благословляю, кто там пишет. Я говорю, благословение над вами, да пребудет с вами Господь, да явит свою силу, да явит свою славу. Встретимся, может быть, завтра, я попробую завтра сделать прямой эфир, если получится мне пробиться, и завтра приезжает моя жена, это такое для меня радостное событие. Встретимся, будем встречаться каждый день для славы Господней. Благословит вас Господь, приносите ваши семена в воскресенье. Всем пока, люблю вас.